Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречанин. Ми продовжуємо вас, шановні телеглядачі, знайомити з одеськими осередками політичних партій абсолютно різного ідеологічного спрямування. Сьогодні у нас в студії Сергій Варламов, голова Одеського національного корпусу. Вітаю вас. Привіт. У вас зовсім нещодавно був з'їзд в Одесі, так, там тиждень тому. От, були прийняті рішення якраз стосовно місцевих виборів, основна наша сьогоднішня тема. І от, власне, які рішення були прийняті, з яким порядком денним, з якою програмою ви йдете на ці одеські вибори, так? І хто буде представляти вашу команду? Да, спасибо. Недавно, 9 августа, прошел всеукраинский съезд национального корпуса, который мы решили провести именно в Одессе. На данном съезде была представлена новая команда, которая будет идти от национального корпуса на местных выборах в нашем городе. И наша партия стала таким своеобразным хабом для проукраинских сил нашего города. То есть, на самом деле, в нашем списке представлены экологи, волонтеры, преподаватели, защитники, предприниматели и многие другие люди, которые до этого не имели никакого отношения к нашей партии. Буквально месяц назад мы приняли решение идти вот таким вот образом, потому что мы понимали, что должна быть в городском совете представлена сильная и объединенная проукраинская партия. На данный момент мы не видели, скажем так, какого-то альтернативного проукраинского проекта, который бы имел шансы быть представленным в Одесском городском совете и влиять на какие-то процессы, которые в нем происходят. Важно отметить, что мы, как партия «Национальный корпус», являемся не просто какой-то политической силой. Мы, в первую очередь, всегда были общественным движением. И нашей сильной стороной были уличные общественные протестные акции. То есть мы порядка 5 лет занимались активной уличной общественной деятельностью, которая касалась борьбы с незаконными застройками, с застройкой исторического культурного центра города, с застройкой рекреационных зон, вырубкой деревьев, также застройкой наших городских пляжей. Вот. Я это говорю все к тому, что мы как сила будем иметь гораздо большее влияние, чем любая какая-то альтернативная проукраинская партия в городском совете, потому что мы имеем огромный людской актив, и я думаю, что даже при наличии порядка, там, допустим, 10% в городском совете, я уверен, что мы имеем все шансы влиять на, скажем так, внутреннюю атмосферу в нашем городском совете. Я бачив от ваш список, і що мене трошки здивувало, там дійсно присутні люди, які, напевно, є моральними авторитетами в своїх там окремих галузях. В той же час вони до останнього часу не мали ніякого відношення до національного корпусу, я це 100% знаю. От і волонтери, і журналісти, власне, тих, кого ви перелічили. Чи ви впевнені, що в разі вашого потрапляння до Одеської міської ради вони продовжать працювати з національним корпусом? Тобто ви ж заводите їх для того, щоб контролювати ситуацію, правильно? Да, вот. На самом деле это очень правильный вопрос. А вот какие гарантии? Так. Смотрите, во-первых, конечно, все участники подписывают внутренний меморандум, и это первое. Второе, они все ознакомлены с программой партии, все знают моральные, юридические, политические аспекты жизнедеятельности нашей партии. Ну и, конечно, всех этих людей мы уже очень давно знаем, и большая из них имеет прямое отношение к одесскому, так называемому, гражданскому обществу. Мы с ними пересекаемся постоянно на различных мероприятиях и знаем, что эти люди полностью нашей, как мы считаем, правильной проукраинской позиции. И именно вот на, скажем, на этом основании мы и строим вот такое новое объединение. То есть на самом деле, если у нас могут быть какие-то небольшие разногласия по каким-то несерьезным вопросам, то что касается стратегических вопросов нашего видения и развития нашего города, мы полностью сходимся. Иначе как бы люди бы не принимали бы такого решения идти именно от нас. Есть и другие политические партии, но так уж получилось, что люди поверили в нас,
мы верим в этих людей, и сегодня на, по нашему списку от национального корпуса идет порядка нескольких человек. Все остальное — это люди, которые имеют высокий, как вы правильно сказали, и моральный авторитет, и вообще авторитет в обществе в различных направлениях. Это как и экология, так и армия, и даже, опять же таки, у нас есть даже и преподаватели, и медики. Вот. Чи означає така кадрова політика, що ви починаєтеся рухатися від такого ультраправого напрямку більше до центру? Так? Адже ну, ті люди, яких я бачив в списку, знов-таки, в них є дійсно така яскраво виражена проукраїнська позиція, але багато кого з них мені ну, дуже важко назвати націоналістами. Смотрите, ми абсолютно центристська партія. На самом деле широкий ряд средств массовой информации постоянно нас пытается заклеймить и, скажем так, отнести к какому-то узкому ультраправому крылу. На самом деле это не так. Просто, к сожалению... Вы винятково с националистичными партиями вот буквально только на парламентских выборах. Не все они являются... И мова йшла про об'єднання єдиного кандидата від націоналістичних сил на президентські вибори. Там, я розумію, щось у вас зі свободою пішло не так, але все-таки перемовини велися. Смотрите, но это не значит, что мы являемся именно ультраправой какой-нибудь радикальной силой. Ну, националистичную, давайте назовем националистичную. Да, на самом деле национализм нам близок, и у нас, скажем так, центристский национализм. О чем я говорю? Я говорю о том, что, вот, допустим, нас отличает от ряда других проукраинских партий, которые ориентированы исключительно, допустим, на Запад. Мы такими не являемся. Вот. Что касается внешней политики и внутренней политики, мы верим в субъектность нашего государства. Мы хотим строить свое независимое государство, а не какую-нибудь колонию. Мы не ищем себе больших братьев, мы не хотим себе условно больших братьев ни на Западе, ни на Востоке. Мы видим стратегическое партнерство с западными государствами и в рамках безопасности и экономики, но мы не хотим быть каким-нибудь и культурным, и экономическим придатком этих стран, причем как и восточных, так и западных. Это абсолютно центристский подход к внешней политике. Что касается того же языкового вопроса, как вы видите, я, будучи националистом, совершенно свободно разговариваю с вами на русском языке. Мы считаем, что державною мовою повинна бути українська мова, тільки українська мова, але у побуті ви можете вільно спілкуватись будь-якою мовою, якою ви хочете спілкуватись. Ну, вас, власне, саме так тому... вважають націоналістами в першу чергу півдня та сходу з штаб-квартирою у Харкові, скажімо так. Угу. Тобто, як альтернатива західноукраїнських націоналістам. Ну, приблизно таке позиціонування, принаймні в мас-медіа. На самом деле в этом что-то есть. Я с такой позиции не думал, но, наверное, да, потому что сердце нашего движения, конечно, находится в Харькове, и для нас это естественно. Вот. Поэтому, да, мы абсолютно центристская сила, центристская проукраинская сила. Да. З ідеологією з'ясували, з кадрами з'ясували одеська програма. Те, що хвилює кожного одесита, напевно, який буде за вас голосувати, і не тільки, що ви пропонуєте, які головні напрямки? Да, сразу скажу, опять же таки, исходя из того, что мы сформировали такой своеобразный хаб, то почему, скажем, каждый человек закрывает какое-то определенное направление? Мы искали не только наших однодумцев, но и людей, которые, скажем, могут направить и подсказать нам, в каком векторе должно развиваться то или иное направление. Я, например, как гражданин, действительно, я не могу быть профессионалам и специалистам во всем. Вот именно поэтому мы собираем самых разных людей, которые понимают специфику того или иного направления. Поэтому, условно говоря, о сфере образования у нас будет рассказывать учитель, об экологии будет говорить эколог. Но к чему я? Конечно, наша программа предполагает под собой все направления. И, скажем так, я могу выразить самые актуальные и могу рассказать о тех, которые считаю самыми болючими, достаточно субъективно для меня и, ну, мне кажется, и для города в целом. Так, естественно, головные, да. Вот головные основные, напрямки. Да. Основное, что хочу сказать. Конечно, у нас множество партий, я это понимаю, сейчас будет рассказывать о социалке, о том, что они снизят тарифы, будут фантазировать насчет всего этого. Что
Что касается тарифов, мы понимаем, что есть центральная государственная политика, на которую мы не можем прямо влиять, что касается ценообразования и многих других вещей. Но есть различные прокладки в виде Герца и других, которые влияют на это и забирают у одесситов действительно постоянно средства. Мы выступаем... Не только в одесситов, до речи. Да, это Прости. Так и есть. Мы выступаем за полную ликвидацию фирм-прокладок, что сбавит нагрузку финансовую на одесситов. И это что касается этой сферы. Что касается основных, вот того, о чем мы говорим, это то, в принципе, с чем национальный корпус боролся последние 5 лет. Это исторический центр, это зона рекреации, это пляжи. Что касается пляжей, на сегодняшний день я... Так, ну, так, да, будь ласка, тільки яким чином, от да, ви боролися вуличними методами, да, тут же, якщо ви приходите за законодавчу площину, які механізми, що ви збираєтеся конкретно? Все, да. Все правильно, именно поэтому мы приняли решение, собственно говоря, избираться в городской совет, потому что, к сожалению, инструменты уличной политики, они бывают эффективны, а бывает их, конечно же, недостаточно для того, чтобы действительно решить ту или иную проблему. Бывали ситуации, когда мы уже ну, просто исчерпали, по сути, весь, вот все, что мы могли сделать как в качестве гражданского общества, было сделано, даже было сделано больше, если, к примеру, мы говорим о застройке Гагаринского плата, когда в город уже просто из-за полугодового протеста приехал Аваков, Луценко там, и многие другие, потому что об этом говорили все. И, к сожалению, даже это... не помогло остановить застройку. Так вот, что касается, допустим, пляжей. В 2007 году были разработаны правила эксплуатации пляжей. Тогда был определенный юридический вакуум, и должна была возникнуть какая-то правовая надстройка, которая бы позволила навести хоть какой-то порядок. На тот момент, я считаю, эти правила были действительно актуальны. На сегодняшний день, уже 2020 год, и правила, которым пользуются местные органы власти, не актуальны и, больше того, противоречат нормам действующего законодательства. В чем смысл? Данные правила позволяют размещать предпринимателям, арендаторам пляжей временные сооружения, временные конструкции на нашем побережье. Вот, к примеру, на 16-й станции Фонтана, Золотой берег, мы воевали с застройщиком порядка двух месяцев, может даже больше. И все пришло к тому, что хоть и мы освободили доступ, потому что изначально это должен был быть такой VIP-клуб, закрытый для всех. Сейчас он свободен, но тем не менее конструкции находятся на пляже. Суть такая, что городская власть нам говорит, что, ребята, вот это временные сооружения, застройщик их якобы потом разберет, и, соответственно, он имеет все права на то, чтобы их там размещать. Выдали паспорт пляжа, что, по сути, легализовало застройку пляжа. Мы считаем, что на данный момент должны быть адаптированы пляжные правила под современное законодательство, которое запрещает размещение временных сооружений. Что это значит? Это значит, что порядка 90% временных сооружений, которыми застроены городские пляжи, в один момент станут незаконными. Вот этого мы добиваемся. Мы добиваемся того, чтобы те конструкции, которые де-факто, реально, мы все понимаем, являются незаконными, но узаконены какими-то кустарными методами, чтобы они де-юре были, в один момент стали незаконными, и для того, чтобы у нас были все правовые основания, для того, чтобы мы их демонтировали. Мова йде про капітальні споруди, які оформлені за документами як тимчасові споруди, чи йде фактично про будь-які точки дрібнорозничної торгівлі? На самом деле, очень хороший вопрос. Мы, так как занимаемся ситуацией с пляжами уже порядка, активно 3 лет, мы столкнулись с такой ситуацией, что в некоторых местах капитальные сооружения оформлены как частная собственность. До определенного года, я не помню, вроде до 2006-го, к сожалению, такая опция юридически существовала. И действительно, городской совет, там, я не помню, это порядка с 2000 по 2003 или 2004, горсовет активно просто приватизировал вот эти постройки на пляжах. И
К сожалению, на сегодняшний день нет никакого адекватного инструмента, который бы позволял возвращать их в собственность города с последующим демонтажем. То есть, на самом деле, возможно, эти инструменты могут применяться, я имею в виду те, которые сегодня используются на доме Русова, а также, насколько я знаю, есть определенные поползновения по дому Гоголя. Хотя я знаю, есть определенная правовая коллизия в этом. Но что касается капитальных сооружений, то это очень сложный вопрос. И у нас сейчас работает штаб юристов, который, в принципе, в ближайшее время вынесет, скажем так, свой правовой вердикт касательно этой ситуации. Что касается временных сооружений, вообще, в принципе, абсолютно всех, которые, скажем так, с точки зрения морали вообще и общества, и его гармоничного взаимодействия нарушают все адекватные нормы, они должны быть полностью демонтированы. Я имею в виду, когда вбиваются просто железные сваи в песок, вот как это в том числе происходит на 16-й Фонтана. То есть, кстати, эта же ситуация касается и тех же топчанов, когда они, по сути, просто оккупируют топчанами пляж, и это абсолютно законно. Коли послуга нав'язується, а не пропонується. Точно. То есть мы хотим, чтобы одессит, когда он приходит на пляж, во-первых, сам выбирал, нужен ему этот топчан или нет. Во-вторых, использовал эту услугу по факту. Если у человека есть такая нужда, и он обращается там, к арендатору, там, покупает, условно говоря, этот топчан, ему приносят, его ставят, кстати говоря, так раньше какое-то время и было. Вот то, что сейчас просто по всему городу, по всему побережью веерно заставлено топчанами, это было, ну, на самом деле, это за последние годы они начали себя вести так нагло. Раньше вот оно работало таким образом. Поэтому, ну, почему оно так работает? Оно работает так, потому что, условно говоря, где ставить потом эти топчаны и так далее. И поэтому это идет вразрез с интересами хозяйственного лица. Загалом зрозуміло, так, по цьому напрямку. Так, я розумію, це архітектура, це пляжі, це рекреаційні зони, інші, тобто от хаотична забудова. Зрозуміло, те, що ви робили під час вуличних акцій, те, власне, ви будете по цим напрямках працювати вже законодавчо. Нас дуже мало часу залишилося. Кого ви бачите дуже таке важливе питання з союзниками в майбутній міській раді, чи ви йдете туди працювати винятково як опозиція з контролюючими функціями? Ну, на самом деле, конечно, мы уже понимаем, что мы идем работать как оппозиция. Что касается каких-то там дружественных отношений с другими партиями, то они могут быть только с теми политическими силами, которые имеют, скажем так, проукраинский вектор. И также это может быть исключительно ситуативно по поводу тех вещей, в которых у нас есть общее видение. Вот примерно так. И если есть еще, конечно, время, я коротко хотел бы рассказать о юридических инструментах, которые мы предлагаем. Буквально хвилина. Если коротко, что касается хаотической застройки исторического центра, мы считаем, что должен быть введен мораторий на любую застройку исторического центра и должна быть проведена масштабная реконструкция исторического центра. Его просто нужно оставить и не трогать. Я думаю, на долгое время. У наших одесских застройщиков есть огромное поле для ведения строительных работ в других районах. Я считаю, что исторический центр нужно вообще просто к нему не прикасаться и заняться масштабной реконструкцией. Что касается зеленых зон, то сегодня у нас есть такая функция, которая помогает обходить закон застройщикам. Они строят апартаменты, якобы апартаменты, а по факту продают ЖК, что, естественно, просто уродует зеленые зоны, не создаются определенные инфраструктурные проекты под них, не создаются школы, садики, новые дороги и многое другое. Именно поэтому мы считаем рациональным ввести запрет на строительство вот таких вот вещей в зонах рекреации. Сергію, я вам дякую за цікавий ефір. Дякую, що ви прийшли. Дякую вам. Сергій Варламов, голова Одеського національного корпусу, був гостем нашої студії сьогодні. Студію провів Костянтин Гречани. Залишайтеся з репортером.